Так, доброе утречко. Юха. Да, Василич, доброе утро, Василич. Там какая-то девушка стоит. А что ей надо? А как с ними вообще общаться нужно? Я просто не в курсе событий. Может, это вот так надо? Василич, если будешь кидаться своими какахами, я думаю, мы явно не найдем общий язык. Ну пойдем подойдем к ней, спросим, может быть, ей что-то нужно от нас. Ну, может, ей понравится. Здравствуйте, я Леха, это Василич. Мы стой, тебе... Лех, я знаю, смотри. Подкат! Нифига себе, вы... Ой. Кого? Кого? Чё? Пожалуйста, откройте дверь. Подожди, там со шкаф кто-то говорит, что ли? Братан, вылазь давай! Может, это моль? Что происходит? Я вообще не понимаю, что происходит. Мы вообще, вы вообще где оказались-то? Чё-то какая-то надпись перед глазами была непонятная. Нифига непонятно, но очень интересно. Ой. Подожди, там мужик какой-то стоит. Да. Мужик, ты девчонку не терял? Мы тут находили просто, может, твоя? Он как-то испуганно выглядит. Ну-ка, погоди. Дверь закрыта. А, стой, смотри, ключ. Да, действительно, ключ есть. Фу. Что? Мужик? Мужик? Мужик. Все уснули. Ну, может быть, и нам спать пора. Я думаю, нужно идти по следу крови. Нифига себе, он похудел. Чувак, нам минуту не было буквально, ты чё так? Нифига тебя жизнь-то покалечила. Странности какие-то здесь, Василич, происходят. Странности и непонятности. Здрасте, как поживаете? Там в ванне кто-то моется, не буду мешать. Нам, наверное, в подвал, да? Ну, постоянно чё? Ё-моё. Блин. Фига себе. Цемент, наверное, некачественный был. Или просто кто-то толстый. Сзади, Василич! Беги! От кого? Сзади тебя монстр был. Я лом нашел. Я тебе прям говорю, сзади за тобой бежал. Ты прям такой стоишь, смотришь. А это что? Вообще, мы куда пришли? Вот и знакомься после этого с девушками. Непонятно, куда заведут вечно. Ты-то знаешь в этом толк, видимо. О, а это что? Здрасте. Вы краб? Это же Зойберг. Зойберг. Так, ну я забрал, пошли. Ты что, ты у него сердце забрал? Обычно у меня девушки сердце забирают. Так, ну, допустим. Теперь, видимо, во вторую комнату. Там, наверное, что-то еще найдем. Куклы. Ты в куклу умеешь играть? У тебя дичуек есть? О. Василич, а ты знаешь толк в куклах? Да я знаю. Ай! Ах. Я под... Ай-яй-яй. Так сгореть ведь можно. О. Василич, а ты никогда не задавался вопросом? Чё это за фигня вообще? Ты никогда не задавался вопросом, чё это за фигня вообще? Здрасте. А почему мы в каком-то сюре постоянно появляемся? Просыпаемся. Молоко стоит. Молоко будешь? Ты ж молоко любишь пить. Я тут таблетки раньше подмешивал в твое молоко. Ну, это когда, когда это мы еще не были друзья. Спасибо. Кто-то, видимо, явно не любит кукол. Так. Угу. Интересная комнатка. Да. Ну, попробуй сходить туда. Подожди, а здесь? А здесь? Опа, нифига себе он меня напугал. Я канистру нашел, и что? Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Здесь просто происходит какая-то дичь. А вот там что? Ой. Что? Василий, стой на месте. Я стою, мне чё? Василий! Стой, погоди, Лёх, стой на месте. Встань сюда, ну-ка, погоди. Давай. Нам явно не сюда. Подожди. Ну-ка, стой, сожги вот это. Так у нас канистра есть. А, во, я канистру подобрал.
Сейчас канистры, все, канистры сжег, в смысле, в канистру всю плесень запихал, дома пригодится. Да! Отстань! Что это за грибы, блин? Я ничем не заболел, ничем не испачкался. Ты сам как болезнь. Я сам как болезнь. А, знаешь, ключ. Сразу на языке вертится. Йорик. Лёрик? Лёрик. Не знаю, что это значит и куда мы пришли. Надо копнуть дважды глазами. Думаешь? Давай попробуем. Раз, два. Хлопнул. И нифига. Подожди. Как мы здесь оказались? Мы же только что в темноте были. О, печеньки. Нифига. Водички. Будешь что-нибудь запивать? Здрасте, вы извините, мы не местные, мы всегда так приходим, все выседаем и все выпиваем. Не обращайте внимания, это вполне... Кстати, она как странно тебя, Василий, смотрит. Мне кажется, ты ей не особо нравишься. И я стесняюсь спросить, а откуда у тебя лом? Я не знаю, но тут смотрят. О, Василич! Я зашел в дверь. А? И что-то у меня сейчас, я чую, эпилепсия начнется. Пойдем. Пойдем, Василич. Откуда он из стены влазит? Что? Что за стеновые войска? Если бы я понимал. Ребят, встаем, бойцы, тут ботинки. А, из ботинка слетели, то мертвые, это однозначно, Василич. Тут гадалки не ходи. Так. Блин, это стекло. Я, говорит, не могу ходить по стеклу. Ну, хорошо. А ботинки. Да. Видишь, да, умных людей и эти сходятся. И мысли. Так, ключик взял. Тихо взял и ушел. Называется, нашел. Здравствуй, гномик. Здравствуй, друг. О, еще... Василич, походу это за нами этот психиатр. Психиатр пришел. Может, кукуха однозначно едет. У тебя нормально что все? Да, я вижу, ты почему-то медленно ходишь. Ну так у тебя кукуха поехал, потом так и ходишь. Василий, дверь-то открой. Опа, здравствуйте. Я в пещере в какой-то, Василич. Ты дверь мне откроешь? Ну, не знаю. Так в смысле, я вышел через дверь там туда-сюда. Там просто кое-что сломалось из-за того, что ты первый туда зашел. Поэтому я тебе говорю, никогда не иди вперед. Здрасте. Без головы поваляйтесь, пожалуйста. О, револьвер, Василич, есть. Можешь взять. Ты так, знаешь, медленно ходишь, как это... Как, знаешь, фильмы там а-ля «Пятница 13-я», туда-сюда, там, Джейсон, в смысле. Типа такой, знаешь, типа преследуешь, такой слом, вот лом достань. Ты прям такой, медленно идешь, ты такой, знаешь... Не, представь, я Майкл Майерс. Ну да, такой, нет! Я C4 подобрал, не знаю, откуда здесь валяет C4, но я ее почему-то взял и подобрал. Немножко подожди меня. Жду. Я заметил, что вы немножко медленно ходите. Ну, вам, видимо, в кайф так ходить. Старость не радость, Василич, прям. Коленочки-то ломит, наверное. Так, Василич, ты лучше назад сейчас подойди и неси дальше. А то я сейчас C4 сюда поставлю. И мне кажется, добром это не закончится. А его, оно тикает или его активировать надо? Оно взорвется, нет? О, взорвался револьвером, стрельнул. Нормально чё? О, звук пропал. Что здесь вообще происходит? Мы чё, в Германии, что ли? Здрасте. Блин, крутая штука, дай погонять. О, ванна, наконец-то помыться можно. Василий, зачем ты на меня залез? Василич, ты прям это мега медленный. Я твои зубы вижу. Василич, это
Ну. Как? Ну да. Ну, все понятно. Все понятно. К стоматологу тебе не надо, вот это что, понятно? Я даже эту женщину не вижу, потому что ты во мне стоишь. А, да? Ты решил лечь полежать? Че, пора звать? А, Василич? Василич! Василич! Да дай ли полежать спокойно. Да, да в твоем возрасте-то надо, че? Устал, лег, спать, мне туда-сюда. Мне вообще-то 18. 18? 18 тебе было 48 лет назад, мне кажется. Вот когда тебе было 18. Нет, я все помню отчетливо, Леха, я все помню. Да, как-то так это все и устроено. Так, ну, ладненько что? Shadows! Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики. С вами, как всегда, был я, Леха Сметрик, Maximus Channel. Это у нас была последняя пятая карта записана за сегодня, которая так себе. Потому что нам записывать реально, ребят, уже нечего. Нам просто нечего записывать Гаррис Моди. Я надеюсь, что у нас сейчас скоро многие задаются. Скорее всего, мы уже со следующего выпусков начнем еще при этом снимать Майнкрафт. Скорее всего. Надеюсь. Все, начнет сниматься туда-сюда. Так что многие могут ликовать. Ребят, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Maximus Channel. Ссылочку вы найдете в закрепленном комментарии, ссылочку вы найдете в описании. Там опять музыка походу начинает какая-то играть, я ее вырубаю, мало ли АП прилетит. Потом сидишь по полчаса это АП вырезаешь. Так, вот, ребят, все. На этом все. С вами были мы. Подписывайтесь на Maximus Channel, ссылочка в описании. Все, я уже, в смысле, не могу, у меня башка не варит, в смысле, как, когда сидишь тут по 4 часа что-то записываешь. Я сказал или не сказал? А, Васильевич? Сказал, лайк, подписка, колокольчик, и все будет хорошо. Да, все, ребят, все, давайте. Всем пока. Увидимся. Всем пока. Остаюсь в Англии вместе с Васильичем.